Здоровый 6-месячный ребенок впал в кому от прививки АКДС. Все началось 31 мая, когда молодая мама привела ребенка на плановый осмотр в поликлинику поселка Жатай. На следующий день малыш впал в кому 3-й степени. Врачи сказали готовиться к худшему. Мальчику давали максимум 10 дней жизни, но ребенок выжил. Сейчас он питается через зонд, у него нет глотательного рефлекса. После случившегося дедушка с бабушкой ребенка обратились с заявлением в Следственный комитет. Как комментируют в Минздраве республики, на данный момент дать заключение невозможно, так как случай очень сложный и беспрецедентный. В настоящее время выясняются истинные причины, вызвавшие осложнение у ребенка. Со стороны здравоохранения проводится весь комплекс мер, направленных на лечение и реабилитацию ребенка.